На коньки Павел Медведев стал в возрасте 4 лет. Уже тогда мальчик начал строить спортивную карьеру в команде «Белых медведей» в Москве. Продолжил хоккейный путь в московском «Динамо». А в 2011 году вышел на более серьезный уровень и стал играть за континентальную и высшую хоккейные лиги. Спортсмен отстаивал честь магнитогорского «Металлурга», хабаровского «Амура», красноярского «Сокола», а сегодня числится в нижегородском «Торпедо». Так как у меня двухсторонний контракт, если я не прохожу состав в «Торпедо», я получаю практику в «Сарове», вот в этой команде. Вот. В этом сезоне получилось так, что весь сезон играл в «Сарове», вот там по определенным обстоятельствам, но, в принципе, ни о чем не жалею. Очень много играл. Тренерам не доверяли. В этом году Павел получил приглашение принять участие в 29-й Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в Красноярске с 1 по 12 марта. Соперниками нашей ледовой дружины станут команды из Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. Ну, это, конечно, высокий уровень. Это престижный турнир, во-первых. Очень такой, сказать, который проводится в этом году в нашей стране, то есть его будет, я думаю, огромное внимание. Ранее во Всемирной универсиаде принимали участие нападающие хоккейного клуба «Саров» Даниил Ильин и Константин Турукин и привозили с международных соревнований высокие награды. Павел Медведев также готов приложить максимум усилий, чтобы привести команду к победе. Первую игру наши спортсмены проведут 1 марта в 15:30 против сборной Словакии. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24».